уже вот лапу дает. Ну, я думаю, дает лапу, вкусняшку просит. Этого пса по кличке Шанс ребята забрали из пункта временного содержания собак, тем самым подарив ему шанс обрести дом и счастливую семью. Сейчас он нас благодарит за свое спасение. Как видите, не отпускает, ходит постоянно хвостиком везде, на прогулке себя ведет очень хорошо. Хоронять он, к сожалению, либо к счастью, не будет. Пес приучен к двухразовому выгулу, в еде непривередлив, знает команды. Этой собачке где-то около 3 лет, 3 не больше. Она была спасена вместе со щенками из леса. Щенков собаки пристроили. Осталось найти дом и семью маме по кличке Альма. Лучше всего будет пристроить в частный дом. Она любит бегать, охранять. У нее, кстати, очень хорошие охранные качества. Плюс она очень послушная, знает команды сидеть ко мне рядом. Уживается с другими питомцами, как собачками, так и с котиками. В еде собака непривередлива, очень добрая по характеру. В добрые ручки пристраивается собака по кличке Найда. Найде 1,5 года, она стерилизована, привыкла жить в будке на поводке. Очень игривая, дружелюбная собака. Можно пристраивать ее в семью с детьми. Она также имеет охранное качество, то есть ваш двор будет под надежной защитой. Кушает Найда все, но предпочитает натуральный корм. Обратите, пожалуйста, внимание на Найду. Ну, очень симпатичная девчонка. Внимание! В районе Боровлян сбежала собака по кличке Кай. Возраст 10 месяцев, окрас белоснежный. Собака была без ошейника. Сама к людям не подходит, но прикормить ее можно. Очень просим вас, если вы знаете хоть что-либо о собаке или видели ее, позвоните по номеру, указанному на экране. Если будет возможность, придержите Кая возле себя. Хозяева очень переживают и, не теряя надежды, уже больше недели разыскивают пса.